Специальный раствор рабочие равномерно распределяют по всему озеру в парке металлургов. В емкостях натуральный препарат на основе хлореллы. Он остановит размножение сине-зеленых водорослей, снизит содержание азота, калия, фосфора и поможет предотвратить цветение воды. Для обитателей водоема препарат безопасен. Эта микроводоросль выделяет кислород, соответственно, рыба становится более активной. Также является кормовой базой для рыб. То есть толстолобик, карась там, и прочие рыбы, они используют эту микроводоросль в пищу. Поэтому полностью безопасен. Рыба, наоборот, становится более активной, лучше размножаться начинает. Эта технология биологической очистки водоемов для Самары в новинку. Впервые препарат опробовали на озере Родничок Надежды в июне. Сейчас вода уже заметно очистилась. Организация сначала отбирает пробы воды. После запуска микроводорослей по истечении определенного времени они снова берут анализы, чтобы проверить результат. И вот уже по результатам проведенных работ на озере Родничок Надежды теперь мы решили прийти к озеру в парке Металлург. Потому что это все-таки знаковое место, озеро достаточно большой такой водоем, и хочется сохранить в нем чистую прозрачную воду. За один раз рабочие вылили в озеро 100 литров препарата. Через месяц процедуру повторят снова. Состояние воды специалисты будут постоянно контролировать. В борьбе с патогенными водорослями городу безвозмездно помогает инвестор. Параллельно озеро ежедневно механически очищают рабочие парка. Только за июнь вывезено более 60 кубометров водорослей. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.